И, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал G-Ware. С вами снова Джо, добро пожаловать в наше приключение в мире Римворлда. И, в общем, мы с вами пропустили целую серию. Не буду показывать пальцем, но кто-то не записывал целую серию. И, в общем, произошло много событий. Во-первых, посмотрите на эти горы трупов. Было два рейда. Торговцы оружием, шикарно. Я сейчас вернусь к теме. Что было, я все расскажу. Мне очень стыдно, но it is what it is. Я ничего не могу поделать. К сожалению, да, запись не состоялась. Видос скрашился, восстановить я его не смог. Поэтому продолжаем с того момента, где продолжаем. Все расскажу. Так, торговцы оружием. Тихая энерговинтовка. 1500, у нас совершенно нет денег. Мы можем продать теневую броню. Насколько бы я ни был большим фанатом теневой брони. Во-первых, дымовой гранатомет. Росток Гуаранлин. Прекрасно. Так, точный дымовой гранатомет. Мне не нравится то, что здесь навешан какой-то баф. Это увеличивает стоимость, это нам не надо. Но дымовой гранатомет нам нужен, чтобы справляться с роботами. Теневая бронекуртка, бронештаны, это все такое. Лима, это все замечательно. Пиво можете забрать. Укрепленный ствол оставим. Психиновый чай. Компонентов я на оставшиеся средства куплю 6 компонентов. Окей. Это был хороший трейд. Так, дымовой гранатомет. Найс. Нам этой штуки очень не хватало. Так, события. История. Да, наверное, вот эти события вы пропустили. 3 налета за 30 дней. Успокойтесь, налет. А, да-да-да-да, даже больше. 2 налета. Корабль-дефилиатор, мне кажется, это было с вами. Один налет был на базу Газизы. Там было 3 пешки, и они умерли прямо в коридоре. Там... Совершенно изи. Кстати, не стоит забывать, у нас идеология реформировалась. И теперь каннибализм приемлем, и мы можем разделывать трупы людей. Это приятный интел Газиза. Они уже испортились, да? Да, ну ладно. В будущем можно будет. И... Эти, наверное, тоже все. Нет, эти еще целые. Блин, я... С другой стороны, я не хочу их разделывать, потому что это куча всякого мусора из них вывалится. Всякая стрёмная одежда, потому что это налет из племенных. Из трайбалов был. Но в целом, наверное, да. Было 2 рейда. Средней крупноты. Один на 40 человек, другой на 35 человек. Можно, наверное, точно в цифрах посмотреть. Так. Налет. Да, был налет сперва на ту базу. 239 очков. Там трое, по-моему, или четверо их было. Двух убили, и они разбежались. Потом был на 2000 рейд. Практически тот уровень. Что со шрифтами? Надо будет этот мод обновить потом. И потом был еще один налет. Тоже трайбалы. 1653. И я захватил много людей в плен. Реально много людей в плену. Среди них, по-моему, прям топ пешек не было. Но я очень бегло посмотрел, сейчас перепроверим. Это куча органов. Инфекция заражения. Ничего страшного. Харли у кого? Харли лечи. Сильный иммунитет, трезвенник, снобизм. Ремесло 12. Нам бы ремесленник очень зашел. Ремесленник нам бы зашел прям... Я тебе честно говорю. Это, наверное, то, что нам нужно, потому что крафтить много брони надо. Много оружия. Да. Это, наверное, единственный, кто меня интересует. Это ты? Нет, это не ты. Оранжевый? Оранжевый фламинго. Дитя заката. Ремесленник, ближний бой... Немного строительства. Смертельной болезни Колми.
еще одно ушерстнее. У тебя легкое заражение, которое проиграно. А, бахни шерстня тоже. А где у тебя заражение торса? Блин. Неловко. Если бы какой-нибудь был орган, можно было потрезать. Еще одно заражение у шершня. Лечить. Карли продолжает прокачивать медицину тем временем. Можно я пока на паузу поставлю, чтобы последнюю нахрен еду не переваривали. Рис присутствует. Мы, кстати, защищались впервые с этой стороны. Впервые с этой стороны защищались. И это сработало. Это оказалось суперэффективно. Они здесь... Они были копателями, сломали одну стену, вышли сюда на территорию. И этих пешек было достаточно, чтобы раскидать 40 человек. Мы убили 19 здесь. Я потом выбежал на улицу. Уничтожил еще их частично. Так что... Это что-то произошло опять. У меня еще висит там квест, просто еще один квест пришел, спасибо. Шершень, у тебя что там? Заражение сердца, но все захилены. Все захилены, это хорошо. Call me. Потихоньку выигрывает. Хоп. Бахни call me еще разок. А, ну давай с... Не, лучше бахни сразу. И шершень. Все. Это все органы. В общем, оранжевый. Сильный иммунитет. Снобизм. Мы выберем просто спальню, где больше всего лилийник высажено. И сойдет. И сойдет. У меня появилась медицинская кровать. Я изучил жизненные мониторы жизнедеятельности. Да, это было. Это было. Так. Пусть они пока таскают, сейчас посмотрим. Че еще? Пиромания, интерес к химии, жена, ненависть. Я пас. Легкая неврастения, пиромания, медлительность. Медлительность сразу пас. Доброта, живучесть. Ближний бой. Медицина 8, невероятная красота, доброта. Они, кстати, из разных племен еще, ко всему прочему. Горное дело. Мы можем белого фламинго. Белый и оранжевый фламинго. Вы случайно не родня? Не вижу здесь списки. Случайно однофамильцы. Мы можем тебя подтянуть и скинуть на вторую базу третьей пешкой. Чуть-чуть строительство. Там нужен медик, это факт. Там нет медика. Кулинар никудышный. Подумаю. Подумаю насчет этих двух. Насчет этих двух надо подумать. Надо подумать. Мы вас переселим в отдельную комнату. Валера, перетащи. Так, это будет для пленников. Фламинго и оранжевый. Отнести. Отнести. А это такая, типа, пати органов. Я знаю, что можно было... Горе от ума, эффективность обучения, не самая плохая фишка. Но трейты нам не настолько надо, горное дело. Подземник, кстати, тоже большой плюс, но... Нам не нужно очень сильно расширять поселение. Но нам нужен крафтер, это факт. Я бы хотел подождать момента, когда у нас появился бы крафтер с непонятым творцом, чтобы делать более легендарные предметы. Но плевать. Мы можем с той же темой взять и назначить фламинго. Блин, снобизм, конечно, в этом вопросе. Я не знаю, как он стакается... Насколько сильно он стакается с идеологическими ролями. Если мы сделаем фламинго специалистом по производству, насколько это будет плохо?
насколько это будет для нас плохо. Плюс один единицу, к единице качества к изделию. Это просто безумно на самом деле. Просто безумно. Это очень нужно. Так что вы, пленники, у вас, к счастью, как раз нет никаких неприятных вещей в плане заражений. Ты побеждаешь значительно. Колми не топчется. Бахни Колми. Харли, бахни шершня, чтобы наверняка выжили. Какие органы нам нужны? Так, торсо, он прокачанный чувак, он будет только крутые получать. Нам нужна правая нога, нам нужна левая нога, правая рука. В общем, ноги, руки сейчас нужны. Я к тому, что глаза без модов нельзя вынимать из пешек. Скорее всего, так, здесь рука забаганная. Давайте начнем с самых худших пешек. Пиромания, медлительность, легкая неврастения. Это достаточно плохая пешка. Левая нога, левая кисть. Окей, мы можем правую забрать. Извлечь, ампутировать. Не. Мы не можем это сделать, пока раны есть, наверное, да? Я бы хотел, чтобы Харли еще покачала медицину. Чисто технически мы можем им надавать тумаков и отхилить их. Ладно, пусть они минутку полежат, я хочу посмотреть, что там за квесты. Та-та-та. Нет, не реликвия. Тюремный надзиратель был вот этот квест. Меня он заинтересовал тем, что мы можем получить генератор, дающий бесконечную энергию. Это по сути как энергия ячейки, только помощнее. К сожалению, здесь в цифрах ничего не написано. Потому что пошел я нахер, а вот почему мне вообще писать что-нибудь. Где-то около сотни человек. Два рейда. Звучит очень страшно. И вот этот новый сегодня появился. Стоянка бандитов. По всей видимости, аборигены устроили неподалеку лагерь, грабят караваны. Нужно стереть лагерь, 12 противников. Мы за это получим Кетти, которая не может в кулинарию. Трансгуманист, восприимчивый скороход. С общением и искусством. Ме. Ядовитый коготь мозгорез можем получить. И добычу из лагеря. Такой себе квест. Такой себе квест. Я начал здесь еще расстраивать стенки. Дополнительную защиту здесь добавил. Здесь перенес. Мне кажется, мы это все с вами делали. Здесь я дополнительно разделил, как и хотел. Чтобы, если что, мы здесь могли обороняться. Потому что мы же темновики. Мы в темноте воюем лучше. Куда ты идешь? Нахрена ты сюда идешь? Зачем здесь сооружать крышу? О, здесь, кстати, залежи стали дропнулись. God damn, это надо. Сейф. Комс. Копать руду. Прекрасно, спасибо за метеорит. А дефолятор мы, по-моему, с вами тогда забирали и как раз лишились глаза у Хоуп. Кстати, здесь сломана дверь. Это гадко. И здесь куча накидана трупов. Это тоже гадко. Так, вернемся к Ряба. Это надо построить стопудово. Это, наверное, самая важная дверь сейчас. И вот эти двери тоже нужно будет сделать. Харли. Харли, алло. Ты серьезно? Хоп. Я запрещаю вам не готовить еду. У нас миллион риса, какого хрена? У нас триллионы риса. У нас наконец-то созрел рис. Поэтому будьте добры, готовьте.
Конечно же, надо их поскорее чикать, чтобы не кормить этих засранцев. Тебя мы, похоже, спасли. Но какой ценой? Нам нужны руки и ноги, в общем. Легкое сердце, печень. Если мы установим деревянную ногу, это отдаст нам нормальную ногу? Вот в чем вопрос. Кто из вас правая рука, левая нога? Ампутировать левую ногу, но это которая зараженная. И извлечь органы. Ну окей, окей, без проблем. Давайте вынимать. Шершень, я, наверное, с тебя хотел начать, да? Да. Установить деревянную ногу. Чего у тебя там? Правая нога целая. Заодно проверим. Установить деревянную ногу. Травянистые медикаменты. Поешь. А потом проведи медпроцедуру и посмотрим. Если это дропнет ногу, то мы очень быстро сейчас... Блин, я случайно хоуп назначил. Кормить? Сори, провести. Харли, конечно же, Харли надо. У нее два огонька. Плюс она быстро обучаемая, она с помощью операций колоссально быстро сможет превозвыситься. Харли, провести операцию. Какого хрена? Давай делай. Даже если не получится, как бы пофигу. Не получилось. Бывает. А, лечить без лекарств? Это жестоко, но такова жизнь. Установить деревянную кисть. Нам нужны прям целиком руки. Нам нужны прям целиком руки, ноги, да? Не кисть. Так, чё у тебя? Трезна левая рука? Мы делали на ноге. Или я ставил руку, я уже не помню. Установить деревянную правую ногу. Попробуй еще раз. Почему она не поела? Имперский сборщик податей. Мы можем отдать рабов. Но я бы не хотел. В общем, установка деревянной ноги не отнимает ногу. Мы установили деревянную правую ногу, не получили ногу в ответ. Это тупо. Мы можем нарезать кучу органов. А если мы ампутируем зараженную, это тоже не добавит нам ногу, которую можно пересаживать. Неужели это все модами делается, и мы только лишь можем органы? Нам, в принципе, органы-то не нужны. Нам в целом нужны глаза и конечности. И все. Средний палец, правый глаз, ухо. Это, в общем, все будет ради прокачки медицины у Харли. Правая легкая, правая почка, сердце. Нельзя копировать. Правая легкая, правая почка, печень. Левая легкая, левая почка, печень. Левая легкая. Камон, верните. Левая почка, сердце. Я думаю, что этого должно быть более чем достаточно, чтобы 15 уровень качнуть у нашей подруженцы. Вас, кстати, кормят? Вас кормят? Как ваша вера в вашу идеологию? Не. Достаточно клевая спальня, поэтому чуть медленнее будет идти, чем хотелось бы. Так, и мне нужно с медицины сейчас снять всех, кроме Харли, чтобы кто-то случайно там не начал проводить эти операции. Что-то где-то горит. У, здесь, кстати, еще залежи стали.
руда поблизости. Области. Сейф. Здесь тоже прикольные залежи стали. О. Сталь нужна. Сталь нужна. Сталь нужна. Валера, прекрасное место. Так, у меня есть предложение. Возьми себе... где коктейли Молотова? Вот они. И у нас связывание дерева еще. Вот это да. Это факт. Сейчас подождем. Блин, сгорели деревья. При том, что дождь идет, кстати. Возьми свой мемо. Сейчас эта штука сгорит, надо не забыть открыть дверь. Блин, жаль, жаль. Дерево, конечно, сгорело, это неприятно. Молния ударила сюда, что поделать. Я вроде здесь ставил крышу, но здесь дальности не хватает. Так. Слишком много событий. Ритуал связывания. Давайте вернемся к этому вопросу теперь. Валера. Так, вы... Сейчас Лернави покушает. И мы тебе бустанем второго уровня способность. Кстати, у нас есть слово доверие, и можно очень быстро рекрутить ребят. Только концентрации нужно 90. Офигеть. Лернави покушано. Давай тебе дадим способность второго уровня. Окей. И Харли погонит качать уровень. Почти 14-й. Опыта, конечно, дохрена нужно, но с другой стороны, это проведение операции за хил. Проведение операции за хил и... Нормально. Я думаю, что более-менее должно быть. Лернави. Я тебя ставил на строительство, я передумал. Ты, конечно, хороший строитель. А нет, также фермер. Я не знаю, почему у нас тогда все не засеяно. Это очень-очень странно. Окей. Давай, что-нибудь полезное. Валера. Ха, касание целительное. Опять? У нас уже 3 штуки таких в семье. Клево. Так, Харли. Провести медпроцедуру. Я знаю, что мы спалим кучу медикаментов, но... Не могу сказать, что меня это очень сильно пугает. Окей. Успешно. Сразу в самых хреновых условиях. И мы сможем потом вызвать торговый караван от наших тиммейтов. И им это все дропнуть. Или можем просто соорудить капсулу, которая у нас, кстати, сооружена. И просто это все отправить соседям для улучшения отношений. Лечить без лекарств. Это была как раз 3-я процедура, которая была нацелена на окончание этого мероприятия. Провести медпроцедуру. 14-20, да, изи, 15 уровень будет. Камон. Лечить без лекарств. Провести медпроцедуру. Жестко, я согласен. Абсолютно, вы можете мне ничего не говорить, насколько это жестко. Можем, кстати, по-другому сделать. Надо покушать. Это больше для подъема настроения. Ты можешь покушать сперва? Какого хрена опять еды нет? Умин, иди тоже готовь. Я думал, что они сделали достаточно блюд. Они же по 4 штуки за раз готовят. И почему-то Лернави занимается чем угодно, кроме
растениеводство, что тоже для меня странно. Что угодно. Сейф-зона, все включено. Приоритет фермерства единица. Носильщик работ. А, у нас очень много работы по переноске было. Возможно, это сбивает их с толку. Карли кушать. Спасибо. Иди приготовь еще. Окей, окей. У нее уже кап есть с сегодняшнего дня. Дальнейшая скорость 20%. Окей, ждем следующего дня. Без проблем. Пусть приготовит блюдо и отдыхает. Карли, можешь отдыхать. Хоуп займется. А, теоретически мы можем начать подкапливать чуть-чуть человеческие тела. Я прям не хочу. Не хочу углубляться прям в каннибализм. Вот честно. Это я каннибализм добавил просто потому, что он приемлем, как бы не. Еще один источник мяса, куча противников мясных. Ну и как бы и хрен бы с ним. Вот. У них не было ничего хорошего в плане брони. Это трайблы. Самое лучшее, что у них могло быть, это маски войны. У них практически все нормально, и дропнутое оружие, это луки, и в общем всякий трешачок. Еще один ритуал связывания. А, я же все это время продолжал медитировать и не изучал. Окей. Мне хочется, чтобы Харли отдохнула. Мы апнули ей 15 уровень, и я прям активно начну тогда крафтить анимо-протезы. И мы начнем людям менять ноги на анимо-ноги. Потому что эти штуки звучат супер-супер мощно. Глазная ветвь у нас где-то была, но мне кажется, я ее продал в итоге. Мы начнем с двух глаз. Кризис убеждений Колми. Что ж. Не повезло. Мы можем устроить публичную казнь еще дополнительно для подъема настроения. Я здесь начал немножко стерильного пола делать, чтобы сделать наконец-то больничку самую настоящую для нас. Ну окей. Я буду рад в первую очередь взять, например, фламинго с горным делом и заставить собрать всю сталь и все компоненты, которые вблизи находятся. Если он после этого останется жив и его не похитят с края карты, то все очень просто. Мы отправляем его тогда с чистой совестью на вторую базу, как суперэффективного, сделавшего кучу дел, полезного челика. Забери свой усиленный хороший, усиленный мега хороший. Я на всякий случай высадил чуть-чуть красителя. Мне было интересно попробовать, как это будет выглядеть в плане одежды. Я не понял. Сами они этого не делают, и заниматься я этим особо тоже не хочу. Карли, идите кушайте. У тебя уже КД прошел. Блин, скорость обучения все еще 20. Наступил же уже новый день, блин. Что тебе еще надо, блин? Немного постреляй, ладно, ладно. Я понимаю, что у нас здесь загашник. И скорее всего, если мы их попилим даже с 20% шансом обучения, я думаю, что мы все равно получим больше от этого. Я хочу здесь сделать какой-нибудь вход, типа как здесь. Крыши я здесь поставил ровно для того, чтобы... Это, кстати, прикольная механика. Если противники будут скрываться, например, под стеной, мы можем ее сломать, и здесь дропнется такой неплохой кусочек потолка. И потолок хорош тем, что он урон наносит как раз плечи, голова, глаза, там, мозг.
И если это все придется в одну точку, то это практически гарантированный килл пешки. Это немного чизовая вещь, но... Оно работает, значит, этим можно пользоваться. Давай переставим манекен сюда. Ты, кстати, за казнь получила. Казнила пленника, да, плюс 10. Супер. Погнали следующего. Гости, хеллоу, хеллоу. Есть. 10%, да? У нее при этом падает мастерство. Нет, знаешь, мы подождем в таком случае. Нет, не-не-не, мы подождем. Мы подождем, потому что нам нужно тогда перенаполнить уровень медицины выше 15 уровня. Охренеть. Кто ж знал? Смотри, реально падает. Офигеть. Ну ладно. Так, блюдо есть. Приготовь глазную ветвь. Нам нужен один глаз для Хоуп, правый глаз. И один глаз для Рябы, тоже правый глаз. Мы начнем с них. А там уже как пойдет. Да, мы один точно продали. Хорошо. А здесь, конечно же, никто ничего не высадил, потому что... Это сейф-зона, какого хрена они не садят? Я вот это не понимаю. Лернави. А, кто еще? Валера. Растеневодство 16. Почему? Потому что, когда я успел запретить сеять, я точно знаю, что не запрещал здесь сеять. Но, допустим, ладно. Приближается караван, это на другой базе. Ой, эти ребята, кстати, могут что-нибудь продать, но вот в плане торговли... Я на эту базу сегодня даже не заглядывал. Настолько тишина и спокойствие. А, здесь есть рис. У них есть немножко стали. Я начал здесь мультианализатор строить, но нам нужна куча золота для него и некоторое количество пластали. Золото я купил у одних торговцев, которые недавно приходили. И купил продвинутый компонент для того, чтобы построить глубинный сканер. Потому что без мультианализатора они не могут заниматься исследованиями, начнут хотя бы фигачить руду. Что тоже неплохо. Редкий трумба. Не. Но поторговать можно будет там. Так, у тебя КД прошел на скорость обучения медицины. Стефания ест простое блюдо. Как поешь, у нас нет больше компонентов. Плохо. Плохо. Но окей. После одного раза она уже теряет настроение. Ну, в смысле, теряет возможность прокачки. Офигеть. И как мне ее держать выше 15-го, чтобы она смогла глазную ветвь установить? Это какой-то диз... Не надо сейчас проводить больше операций. Тем более у нас лечебный корень к концу подошел. Это какой-то бред. Созревшего нет. Жаль. Ну мы близки. Мы близки к тому, чтобы созрел еще лечебный корень. Я думаю, что... Красителей хватит на всякие игры, и я бы сюда еще засадил лечебного корня. Ребятки, молодцы. Здесь тоже были торговцы? А, это гости. Поторгуй с Джай. Посмотрим, что у них есть. Сомневаюсь, что есть что-то прям интересное. Забирайте органы. Блин, у них нет компонентов. И у них денег нет. Что за торговцы? Непонятные какие-то. Нормально, забирайте рубашку.
Медикаменты, наверное, заберем у них хотя бы. Да не важно, что у вас нет денег, ребятки. Так, окей, окей. Вы уставшие уже? Сколько там? Валера? Лернави? Ну половину высадили уже нормально. Оп. Почини. Что же мне делать с ее медициной в таком случае? Так, окей, мы начнем с того, что добавить, установить глазную ветвь, правый глаз. Я знаю, что надо 15 медицины, для этого мы и тут выпотеваем все это. Знаю, что нужен 15 уровень. Окей, пусть она отдохнет до следующего дня, окей. У нее КД наступает просто после одной операции. Но откатывает она достаточно медленно. А, смотри, есть предел 4000 очков опыта за сегодняшний день. Гадость. Это гадко. Это гадко. Это гадко. Так, ребятки, вы что там, присоединились уже? Оп, ты с ними общаешься? Ты должен их вербовать. Ты можешь их вербовать с одним глазом? У нас только Хоуп и может вербовку больше. Торса может, но у него вместо языка протез. Так что, наверное, там не очень эффективно получается. Стефания, засей здесь лечебный корень. Ряба, ты не умеешь форстеневодство. Хотел твоей помощи попросить. Смотри, они... Так, я хотел здесь разрешить опять заносить трупы. Они не высаживают даже у себя в комнатах лилейник. Может быть, у нас слишком мало растеневодов? Фермер. 1-1. Ну, Хоуп. Хоуп надо, чтобы она поварством и строительством занималась. Нам тяжко. Тяжко. Одного повара мало на такую колонию, тем более еще столько заключенных у нас. Я думаю, что стоит почикать. Почикать еще одного, чтобы... Я понимаю, что это растрата опыта. Прекрасно. Газиза. А, ну там неудивительно. Там кулинария третьего уровня. Неудивительно. Это неудивительно. И лечебный корень скоро подойдет. И у нас еще нормальные медикаменты для своих есть. Леди Кень отравилась. Неудивительно, неудивительно. А, лечить без лекарств. И... Так, это была финальная, наверное. Извлечь сердце, да. Провести медпроцедуру. Просто если мы будем ждать вот этого предела откачанного, мне кажется, мы от этого ничего не выиграем. Я бы хотел установить хотя бы один глаз. И оставить двух доноров. И нормально будет. Подарок. О, я забыл с вами поторговать. Вы мне своего мусора дали, да? Красота. Что здесь было разломано? Да пофигу. Лечить без лекарств. Извлечь сердце. А что здесь? Здесь у меня была отправная капсула, да? Из-за того, что я здесь сделал крышу, они ее разобрали. Мега хороши. Нравится. И ресурсы мы из-за этого потеряли, да? Ох, обожаю. Из-за того, что здесь крыша. Они разобрали. Ну давай, ну разбери 4 куска крыши. Чего так сложно? Окей. Кто-нибудь построит. Блин.
Ресы, конечно, жалко. Все? Она смогла ей удалить сердце? А, нет. Медицина 15 уровня. Ау-е, бэйби. Вот он, 15 левел. Иди покушай, я тебя прошу. Оп, ты уже в медицинской кровати. Хорошие медикаменты. Сейчас Харли кушает. Я понимаю, что у нее там минус 5% во всех скиллах из-за того, что у нее не хватает указательного пальца. Я думаю, что мы сможем это пережить. Посмотрим, получится ли. Ты куда идешь? Какой нахрен отдых? Блин. Окей. Харли, ты идешь сюда. Оп, сейчас идет на кроватку. Провести медпроцедуру. Там светло. Есть монитор. Есть медкровать, и я выбрал средние медикаменты. Надеюсь, что Хоп не сдохнет. Извиняюсь за этот неловкий смешок. Шанс успеха операции 101%. Мы проигрывали и с худшими цифрами. А, ой, отлично. О, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. 125% эффективность. God damn. Сделай еще один. Это будет для рябы. И мы начнем фигачить ноги. Но она отбила еще сверх меры. Не знаю. Сложно оценить. О, ребята, если вы пойдете сюда, у меня для вас плохие новости. И для вас очень-очень плохие новости. 10 лекарственных трав, 100 древесины. У нас банально нет древесины, у нас банально нет лекарственных трав. Ладно, лекарственные травы есть, нам нужна древесина. Ярость шершня. Нет, не стрелять. Опс, не повезло. Я опять закрыл здесь. А, здесь нет места. Лернави. Надо освободить место. Я знаю, что мы могли бы уже на этом моменте сделать крематорий. Это вполне себе крематорий, как по мне. Чё тебе надо? Ряба? Сейчас будут проходить боевые действия. Я в тебя верю. Захватить. Харли. Лечить без лекарств. Оп, снова может ходить. Уже зрение 104. Какая красота. Так, нам нужна древесина. Нам нужна древесина. Я надеюсь, что наша здесь чуть-чуть выросла. Одно дерево. Какой посос? Из-за систематических токсичных осадков. Просто мы на умеренной карте, где лето 2 из 3 сезонов занимает. У нас просто нет здесь древесины, потому что все... Они реально полезли сюда. О, ребят, ну камон, ну я же говорил вам не лезть сюда. Во-первых, у вас нет шансов, вы стреляете в щит. Ну. Бедные дурачки. Еза, я тебя пока отключу, чтобы тебе не резали органы. Перенести, перенести. Вы пойдете сюда. О, нет. Они даже ничего не смогли сломать.
просто стояли и щита воевали. Ну, ребят, ну... Ряба, а ты... А, у тебя ушиб. Ты подралась? Ничего страшного. Нам нужно скрафтить еще один глазочек. Для этого нужна древесина, лернави. Собрать... Я бы хотел предварительно поохотиться на эту пуму. Я вот на нее смотрю. И мне страшно. Я в тебя верю. Стреляй, беги. Хорош. И заодно это чуть-чуть еды. Потому что риса мы, видимо, производим недостаточно, потому что здесь не все было засажено. Ничего страшного. А, у нас же еще 5-6 человек заключенных добавилось. Конечно, у нас было недостаточно. Что ты делаешь? Это совершенно не то, что нужно делать. Во-первых, лечи без лекарства эту ушиб. Перенеси. И глазная ветвь, топ-1. Я тебя прошу, скрафти. У нас древесины все еще не хватает. Блин. Я же Лернави хотел отправить за древесиной. Окей. Лернави. Вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Например, собрать древесину здесь. И здесь. И здесь. Нам немножко надо. Там сотню всего надо, это пара деревьев. Без проблем. Здесь уже сотни валяются. Фаня, Ряба. Окей. Хорошо. И медицина не откатилась так быстро, как я боялся. Хорошо. Мы сможем Рябе зафигачить глаз в сегодняшней серии. Эта серия, скорее всего, будет подлиннее. Во-первых, по комментариям написали, что... Черт возьми, Go-часовые серии, они самые лучшие. Так что мы чуть-чуть подольше посидим сегодня. И мне бы хотелось побольше прогресса все-таки набить. Камни еще чуть-чуть есть, но... Стесай. Потесай. У нас тут как раз самая малость сланца валяется. Как раз за один забег можно. Эти поселенцы бездельничают, у вас как дела? Под кайфом, нормально время проводят. Я бы хотел, чтобы они все-таки построили вот эту вот хрень. Но для этого мне нужно, чтобы они добыли компоненты. Они добыли компоненты? Я точно в кью ставил. В глаза бомблюсь, не вижу компоненты. Вот они валяются. Просто прекрасно. Ребят, гайс. Какого хрена? Во-первых, это ровно 4 штуки, которые нам надо было. Во-вторых, какого хрена? Ровно столько, сколько нам было нужно, чтобы сделать сканер. Я бы с удовольствием сделал еще и второй. Нет, никакой мини-турели. Никакой мини-турели. Ты идешь делать глубинный сканер. Да, я, кстати, им здесь поставил в кью делать турель. Одну они уже сделали. Так, для дополнительной защиты, если вдруг взлом пройдет откуда-нибудь отсюда. А возможно, копатели пойдут откуда-то отсюда, если они будут снизу. И мы с помощью турелек и пары пешек, я думаю, что сможем достаточно лайтово отдефаться.
Гранит у нас еще есть? Да. Здесь можно сделать... Это больше для того, чтобы между собой случайно не покоцаться от турелек. Не то, чтобы это поможет. Но это так, дополнительный деф. Типа здесь турели будут самостоятельно всем заниматься. И я даже думаю, что этой одной стены здесь хватит. А мы будем все-таки из прохода воевать. Либо здесь можно будет сделать пару перфораций. Тоже, кстати, не самая плохая идея. Чем? Защита. Баррикада из гранита. Памс. Памс. Да, и здесь двое как раз могут стоять за стеной и отбиваться в этом направлении под защитой турелей. Эту турельку мы просто переставим между, например. Скорее всего, даже отсюда она не должна коцнуть пешку, которая вдалеке будет стоять. Но чтоб наверняка, лучше, наверное, сюда поставить. Хорошо. Есть глубинный сканер, теперь им будет чем заняться. Исследование у них у обоих подключено. Пусть развлекаются. Карли, у тебя есть все необходимые прибамбасы. Трава души есть, древесина есть, медикаменты есть. Пора. Оп, разделывать. Блин, надо было все-таки людей почикать на органы, я сейчас думаю. Ну ладно. И только не говори, что ты тоже тащишься сюда. Самая плохая идея в твоей жизни. Так, так. Вернемся к вопросику об сейф Лернави. Хорош. Это был последний блок. Валера, хорошо. Анима Варги на другой карте. Опасная штука, кстати. Они чуть не закончили одно из наших прохождений. Надо будет на них поохотиться самостоятельно. Они могут сюда затащиться из-за того, что у нас открыты двери. Слушай, глубинные сканеры, кто не в курсе, это просто ОПшная вещь. А после 1.0, или может 1.1, не буду врать, была изменена их механика. То есть раньше, установив глубинный сканер, ты мог увидеть на карте все расположенные ресы. Правый глаз. Ловить глазную ветвь, правый глаз. Ряба. Отдыхать. Карли. Так, ряба, медикаменты хорошие, но у нас, скорее всего, не хватит. Да, там нужно два, поэтому это будут лечебные травы. Я очень надеюсь, что у Харли получится провести медпроцедуру. Я не знаю, что она там делает. А, вроде пошла. А, она решила перенести весь мир. Ладно. Я в тебя верю. У нее практически с самого начала этого прохождения не было глаза. Если она его сейчас получит, это просто вин-вин будет. Откуда из нее выпало мясо? Откуда из нее выпало мясо? Это страшно. Но это сработало. Ряба наконец-то с глазом. Охренеть. Торсон, начался период твоего улучшения. У тебя есть протезы ног? Это, в принципе, неплохо. Я готов взяться за протезы рук. Глаза пока больше никому не нужны. Добавить... Анима нога. Анима... Анима рука энта? Чё это? Скорость работы с растением, эффективность жатвы. Анима рука войны. Проникающий урон, шанс удара в рукопашку, бронепробитие, шикарный рукопашный урон. Я бы хотел обычную руку на самом деле. Анима сердце, деревянная оболочка, печень, почки, легкие, глаза, желудок, позвоночник. Давай сделаем руку войны, ладно. Как быть. Сколько ресов нужно? 300 древесины. Воу. Окей, сейчас я дверь закрою, сейчас подойду.
Так. Окей, окей. Карли тем временем 15.30. Я думаю, что она не скоро откатится. 14 уровень. Не стоило мне вообще паниковать из-за этого. Здорово, здорово. Технологии, кстати, я начал изучать высокоточное производство, чтобы мы смогли наконец-то свои собственные компоненты делать. Естественно, мне бы хотелось, чтобы люди почаще пользовались сканером, потому что сейчас вот, например, я здесь нашел сталь, которую можно с большим удовольствием вырубить. И у нас начали ломаться турели систематически. Это просто какая-то хрень. Это просто какой-то бред. И каждая починка сачной турели требует целый компонент. Мне это не нравится. Я не уверен, что что-то происходит. Квест. Я не уверен, что сюда дотянется турелька. Я бы поставил стенку, да вот только она будет мешаться. Бродяга-главарь. Во второе поселение 20 человек. Первая группа. За чертеж. За нефрит. Или за посох души. Две пешки против 20. Да у нас там нет шансов. У нас 5 ловушек. Вы что, смеетесь? Это, конечно, весело. Все, конечно, весело. Может, нет? How about no? Это для сбережения времени, чтобы противники намного дольше сюда тащились. Камня должно хватить как раз. Леди Кенни, у нас не хватает древесины? Камон! Вот на этой карте чего-чего, а древесины-то здесь хватает. Я просто вас, может быть... Не, вы на ворке. Разберетесь. Ряба снова может ходить. Она, кстати... Она биоконсерватор, блин. Теперь у нее будет муд-дебаф из-за того, что... Да. Ей установили другой орган. Damn. Минус 10. Плюс она меланхолик, это еще минус 12. О, как... И какие отстойные трейты бывают порой. Ладно. Но Ряба практически 24/7 занимается исследованием, так что я особо об этом не переживаю. Лернави, засейте область. Опять на той карте отравления. Валера, засейте область. Нам нужно много лечебного корня. Я бы, возможно, хотел, чтобы вы, господа, засеяли потом здесь... Все древесиной вместо сгоревшей древесины после пожара. Оп. Ну-ка. Сколько ты у них отнимаешь? 47. Нормально, кстати. Да не, потихоньку. Нам спешить с ними некуда. Даже неплохой вариант, что они как заключенные, не как наши пешки. Пеза, конечно же, еще дальше на органы пойдет в перспективе. Блин. Да, ряба, конечно, да. Посмотрим, посмотрим. Нам нужно очень много ног. Может быть, есть смысл сперва тогда начать делать ноги, если они дешевле. Сделать анима-нога. Сколько ты требуешь? 300, 200... Все равно 300 древесины. Офигеть. Офигеть. Кто-то что-то долбит. А, ряба качает милишный бой. Ничего, ничего, пойдет, пойдет. Ряба, засей, потому что это твоя самая главная комната. Ты здесь больше всего времени проводишь. Лернави... Мне нужно тобой опять воспользоваться. После того, как покушаешь, нам нужна древесина. Ноги, мне кажется, ноги сейчас даже оптимальнее будет, чем руки делать. Я хочу из торса сделать мега-мальчик. Окей? Мы это обсуждали.
Это очень важно. Но с другой стороны, я хочу, чтобы у нас были пешки, которые себя могут хотя бы чуть-чуть защитить.